Быстрее ставь лайк, если ждешь новогодние подарки! Ребята, всем здорово! С вами, как всегда, классные ребята Оверкус и Малый. Мы продолжаем играть в прятки Ванчка с крафт-механикой! Всем здорово, друзьяшки! Всем здорово, чуваки! Ну что ж, друзья, посмотрите, на какой карте мы находимся. Эту карту нам сделал наш подписчик Коля. Огромное ему спасибо. Да не просто у нас карта классная, друзья, а новогодняя. У нас тут елочка, гирлянды, различные украшения. И самое главное, ребята, огромное количество нычек. Поэтому, друзья, поставьте прямо сейчас, пожалуйста, большой палец вверх. Первым манчком у нас будет, наверное, Никита. Тосик, ну а мы с Малом погнали прятаться! Овер, ну что ж, побежали с тобой прятаться в офигенькую нычку, которую я тебе сейчас, возможно, покажу, а возможно, знаешь, не покажу. Так, вообще, куда бежать? Я на самом деле не знаю. Сюда. В общем, давай. И что? Подожди, надо сканер запустить. Кого? Вы надоели сканер? Мне сканер. Говорить, когда выходить. А, ну, не-не, братан, слишком мало. 15? Не-не, слишком мало. Вообще, шик. Давай, Мал, я к тебе. Так, коляску вниз. А, в смысле? А, ты как? А, подожди, а поехали, мы вместе, нормально. Почему бы нет, да. Все, Некит, давай. Некит, можешь выходить. Ну что, друзья, мы повышаем вам новогоднее настроение, зимняя карта. Все, 15 минут прошло. Кстати, пишите в комментах, ребят, есть ли у вас зимнее настроение, ой, новогоднее настроение, или нет. Если нет, напишите, почему, и повышайте его. Чисто зимнее настроение. Заболел в кровати, там, да. Жестко. Мал, ну чё, будем вот тут вот... Ух ты. Да, ух ты, Мал, я смотрю, это дизайнер, да, бро? Давай. Погоди. Делай. Кстати, друзья, это, если что, не первая серия на этой карте. Знаете, когда было прошлое? В том году, друзья, да, на прошлый Новый год. Это было круто. Если вы не смотрели, то попробуйте найти ролик, но у вас, может быть, не получится. Но, в общем, мы уже забыли и соскучились по этой карте. Она как будто новая в новинку для нас. Вот, тем более, Мал делает такие классные штуки. Это из плана отхода, как бы, если что. Все, я понял. Если вдруг залезет, то можно будет прыгать. Тихо, ты только не упади. Вау, он залез, беги. База! Офигеть. Он просто... Мал придумал план отхода и сам же попался. Так ты потому что затаился некий, знаешь, так вообще молча, блин. Я даже не знал. Офигеть, да, ладно. Ищи и отдохну. Все, я убежал, пацаны. Ты вообще сам должен искать, свали. Да, быстрее залезь, быстрее залезь. Мы по правилам играем. У нас снова введенные правила. А по каким правилам вы играете, пацаны? Ну, в смысле, Мал же тоже искать должен, Мал теперь тоже маньячок. Да, друзья, теперь у нас два маньячка. Мала тоже поймали. Все, да, пацаны. А вы знаете, где я, чуваки? Я же оттуда не убежал. Да, врун. Вон он, вообще, на самом деле. Так вон он, я сижу там же. Давай, Мал, я его снизу прессую, ты сверху. Нет, так не работает, пацаны. Вот вы чё, так не работает, алё. Работает. Нет. Давай, братан. Так не работает, парни. Ой. В смысле, нет. Так, в смысле, куда свалил-то? Ты у меня теперь в стенке стоял? О, ясно, в смысле? Я вот так вот выбежал, да? Ой. Я думал, все сам по ноге получилось, ребят. Нет, не поймаешь, Никитос. Нет, не работает, я не могу сесть. Я бегу, друзья. Пожалуйста, Никит, отстань. Можно я сяду на качельку, пожалуйста? Нельзя. Ну, дайте, я сяду, подождите, не ловите, пацаны. Стойте. Я сделаю это. Пожалуйста. Спасибо. Эй, куда? Изи, ребята. Давайте, попробуйте. А кто сломал ее? Стоп, вы ее сломали, что ли? Так, и теперь вы не залезете ко мне, парни. Здорово. Мы с ним не залезем. А где Мал? Подождите, ребята, где Мал? Куда он спрятался? Да он упростанился, по-моему. Нет, главное, чтобы ты не лез ко мне на крышу. Знаете, как будет? Но это нечестно слазь, братан. Я честно залазил. В смысле нечестно? А ты честно хочешь сказать залазил? Да, я же залетел. Нет, это честно было. Это ты сломал. Она теперь сломалась. И как я теперь залез? Никак, все. Ну вот и все. Оп, до свидания. Где Мал, друзья? Где он? Мал вон на крыше сидит. А он на ФК, что ли? Так что ты меня спалил-то? За такое. Спалил ты, маньяк, ты что? Оп. Че, пацаны, че? Оп, сюда. Оп. И че, куда потом? Нет, друзья, это лайкусик, это лайк просто. Оп. Паркурщики, что ли, да? Ты хочешь нарваться? Ой, ловушка. Нет. Попался. Нет, не попался. Стой. Ловушка. Остановись. Овер, сер. Остановитесь. Стоять. Стоп, попал! Классно, ребят, ну что ж, это был невероятно эпичный, угарный раунд. Ставим лайкусик, теперь у нас Мал будет манчком. Ну что, Никитос, ты готов прятаться? Нет.
Ну чё, пацаны, погнали скорее прятаться, значит. Побежали. Погнали, Вал, давай, давай, бежим. Вал, чё ты подглядываешь? Иди, встань, не подглядывай. Вон дома не камера. Потом попрячешься. Всё, я закрываю. Давай, некий, побежали. Бегу, праздник. Пойдем, пойдем, реально. Вот сюда, братан, давай. Я не знаю, будут ли тут нычки или что-нибудь такое, но я уверен, будут, бро. Ты смотри, сколько тут всего классного, братан. О, смотри, как туда залезть. А погоди, а как туда залезть, братан? Нажимай на кнопку, вот подходи туда и нажимай на кнопку. Ничего не понял, братан. Ну вот подходи к этой штуке и нажимай на кнопку. Какой штуке? Ты хоть понял, где я вообще? Которая открылась. Так я не туда залазил. А я выхожу. Нет, так я не туда залазил, бро. Подожди, Мал, я не спрятался, поздно, Мал. Поздно, стоп, поздно. Не поздно, не поздно. Нет, поздно. Нет, не поздно. Все, да. Я сныкался. Все, друзья, лайкусик, я реально сныкался. Давай, попробуй нас найти. Красавчик, Некит, мы я с тобой... Я еще спрятался, кстати. Это кто? Не понял. Это не я. Это что такое? Это что такое, Мал? А ты вообще отключил никнейм это? Что ты меня как... А как ты меня спалил? А как ты меня спалил? Так у тебя палки твои торчали. А, ну ладно, до свидания. А как это? Ну все. Кстати, я нашел дом маньяка, пацаны, официальный. Да, все, я понял, где там. А я убежал оттуда, Мал, если что. Так что, друзья, он меня не найдет. А, хорош. Да ты меня не найдешь, Мал. Красава, спасибо. Че это за подвал, друзья? Где? Вот я тут. Что это еще за дом-то такой? Просто топчик, друзья, куда я вылез? В смысле вы? В смысле вы, если только Мал ищет? Так потому что он тебя-то найдет, а меня нет. Так меня-то не найдет, я уже убежал. А меня я еще жестче. Давайте, ребят, сюда. По кайфу. Блин, Некит, может мы где-нибудь встретимся с тобой, а? Давай, давай, давай. А где? Беги в другой дом. Давай на качелях пересечемся. Найди круг. Нет, братик, беги ты в другой дом. Это гараж, тут колеса какие-то, я не знаю, угарно все выглядит. Опа. Да, опа, подсказочка, да, Мал? Опа, неплохо. О, здорово. Только, так, Мал, надо честно залазить, надо честно, брат. Ой. Да ладно. Мне что сложно. Ты чё? Ничего себе, нынче. Куда подрезаем на поворотах? Не-не-не-не. А вон Некит, пойдем вместе, бро. Выбегай. Давай. А, не, вон он, видел в подвальчике? Вот там открыта дверь, он закрыл ее. Братан, он закрыл. Покажи, покажи. Не убегай, покажи. Не знаю, нет, не покажу, не покажу. Жу-жу-жу, не покажу. Все, до свидуль. Так пока ты за мной бегал, мог бы за Некитом побегать, уже бы поймал его, братан. Уже бы просто, вон там снизу, вон там, да, вон где я был, где я прыгал. Ну где я прыгал? Фух, спасибо, Мал. Ну как-то там открывается, поищи. Ну как-то я не знаю, Мал. Я правда не знаю, как он туда залез, бро. Ловер, ты чё, другой-то бассейн, парень, из которого я вылезать собрался? А, да? Мал, Некит! Лол! Чё, он поймал тебя? Ё-моё, я остановился, я поворачиваю, там Мал стоит. Всё? Я думаю, он сверху. А, так он тебя не поймал или поймал, братан? Поймал. Обратите внимание, друзья, какая у нас красивая звезда на ёлке. Обратите внимание. Да, звезда красивая. Звезда классная. Какой-то еще странный чувак. А ты паркурщик. Давайте, давайте. Пробуем. Видео смешная, ситуация страшная. Да. Давайте, давайте, парни. Побежали, побежали, побежали. Опа, опа, давай, добегаем. Опа, опа. Да, в смысле добегаем, пацаны? Оп. Ну, потому что... Изи. Куда открыл дверь-то? А, кто со мной? Тот герой, кто без меня. Тот свинья. Куда застрелили? Кто меня поймал? Кто это со мной? Я не вижу Ника. Какой-то герой, герой, герой. Это ты? Хорош, бро. Ну чё? О, кстати, я мог наверх залезть. Вот я лох. Ну ладно, друзья, теперь моя быть очередь маньячком наступила. Все, пацаны, можете прятаться. Я иду вот в наш домик. Вот этот, закрываю глазки. А кто это спрятался сюда? Вылазь, вылазь. Все, давайте, пацаны, давайте, можете прятаться. Вылазь, Ярик, вылазь. Ну что, все, я вылазю из своей каморки, парни, и пытаюсь вас найти. Ты, Мал, заделай все обратно. Так, что вы там заделываете? А что вы там уже сломали, пацаны? Что вы там уже начали? Ничего, точно все нормально. Блин, я даже не знаю. Я сломал стекло. Так, стоять, пацаны. Стоять. Эй! Стоять, я тут что-то заметил, парни. А мы сидим. А, я понял. Я понял. Пацаны, и как вы туда попали? Кто? Вот сюда, вот сюда. Ну, у нас связи, короче. Нет, подождите, вы реально там? А, нет. Где? Лол, подождите, стойте. А, давай диско-шар устроим. Я немножко лайфхаками... А, нет, лол, вас вообще тут нет, что ли? Вот я приколист. А куда вы? Давай, крути. Вниз?
Стоп, парни, вы в подвале, что ли, или нет? Ты по звукам звук. Нет. Да. А у меня звуков нет, парни, у меня вот звуков ты нет. Найди, да. Погоди, что, я выключу шарманку. Так, а, парни, какое вы там уже шарманку что-то там включает, друзья. А если вы уже увидели, то пишите в комментах тайм-кодики. Блин, я вообще не представляю, ребят, а вы в доме? Дайте хоть подсказочку, вы в доме или где? Да, мы сидим, как бы тут развлекаемся, дэнс-пати. В главном доме? Можно к вам? Можно к вам на дискотеку? Просто бегает, смотри. А можно к вам на дискотеку, парни? Да. Пожалуйста, я тоже хочу на новогоднюю елку, чтобы мне подарочки дали, ребят. Красиво. Тут так красиво, я перестаю. Ничего себе, ты где, Вася? Ну ты вот был на улице, вот смотри, на улице мы. Так. Мы кушаем. Тихо, не понял. Пацаны, что, вот я на улице. Ну. Ну, мы кушаем. Чуваки, привет. У нас дискошар, алло. Дискошар, дискошар у вас. Я сейчас вот так сломаю. Алло, так нельзя, так нельзя, так нельзя. Нельзя, почему можно. О, здорово. О, поймал кого-то одного. Кого поймал? Нет, я вырвался. Вот куда ты, че? Куда? Пять раз по тебе ударил, братан. Ты че, ты че? Да. Ничего не было. Ну ладно, ладно, хорошо. Окей, ладненько, ладненько. Ну-ка, и... Чё ты там, некогда? Некогда, чё ты... Мал, на самом деле, честно, я поймал! Поймал! На самом деле, ещё тогда поймал. Ладно, давай некогда всё-таки достанем. Как он там? Давай. Как ты там? С кем ты там? Оп! Один ты там. Прошмагнул, друзья, прошмагнул просто. Давай-ка, Никитосик, и поймал! Ну что, друзья, вот такой вот раунд. Я предлагаю, ребят, сыграть последний, четвертый, поэтому прямо сейчас, друзья, лайкусик. Итак, ребята, у нас завершающий раунд. Мал, смотри, тут есть одна прикольная кнопка. Желтый снег. О, желтый снег. Попробуешь на вкус, братан, нет? Никогда не ешьте, друзья, желтый снег. У меня более вкусный деликатес, смотри. Ну-ка, какой, братан? О, я понял, весной такое обычно. Ладно, короче, давай, братан, все, залазим сюда. Братан, ко мне, ты где? Братик, ну ты хоть понял, куда я залез? Вот, вот, да вот я сзади. Так наверх посмотри. Так ты назад посмотри. Шо? А, вон. Вот, залазь сюда, мам. Лол, все, и тут будем сидеть. Некит нас отвечая не найдет. А если что, у нас тут есть же... О, братан, да, не, да, да. Это круто. А вот это что делает? А, это одно и то же. Это одно и то же. Ну все, друзья, мы спрятались. Погоди, Мал, погоди, я предлагаю, знаешь, что еще сделать? Вот так, вот так вообще. Вот так вот. Просто вот так. Вот так вот. Все, да, друзья, новогодние фейерверки и петарды. Стоп, он что-то ставит там? Или это я ставил? Ты корсар сотый, что ли? Погоди, погоди, давай, Мал. Здесь вас нет. Пацаны, а у вас есть какая-то подсказка? Он все вокруг расставил, Мал. Да куда ты плывел, ты дурачок? Новогодний фейерверк! Ой, пацаны! А где карта? О, а как вы сейчас дойдете до меня? А, Мал, Мал, беги от него, Мал! Убегай, хорош! Убегай, бро! Найди! Мал! Ой, бум! Ой, ой, ой! Жестко вообще! Ё-моё, просто все карта. Ну и чё, парни? А кто? Мал, тебя ж не поймали еще, да? Да нет, я Мал еще не поймал. А кто на подъемнике, Мал, ты? Мал. Фу, слава богу. Так, давайте, давайте, давайте. Поймал, Мал. Оп! Нет! Поймал, в смысле, поймал. Поймали, ну ловите меня, пацаны, попробуйте. Давайте, давайте. Крышу куда-нибудь. Мал, Мал, есть идея. Да, есть идея, пацаны, есть идея. А, тут отличная идея, считаю. Да, фейерверки. Вау, нет, стоп, стоп. Достали все-таки. А, конечно, что друзья, есть? Новогодняя карта без фейерверков, без фейерверков это не да, новогодняя карта. Все взрывается, все жестко ломается, минус. А посмотрите на дом, пацаны. Ясно, просто. Посмотрите на дом. А кто елку взорвет, пацаны? Я взорву. Давай. О, давай подарок, подарок подложим. Давай, 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 конечно. Оп, все, на, и... А вы меня ловить-то будете, парни? Нет. Зачем? Все, о, одна осталась эта. Я тебе как подарок на Новый год. Ой, а кто тут рядом бегает, пацаны? Звездочка. Ну, поймаешь я, нет? Поймал! А, сзади поймали, нет! Ну что, парни, вот так вот у нас завершается ролик. Ребят, мы надеемся, что видосик вам понравился. Обязательно подписывайтесь на все наш канал. Ссылочку на Мало, на Никитоса ищите в описании. Обязательно подписывайтесь на их канал, смотрите их ролики. Не забывайте на наших каналах тыкать на колокольчик, оставлять положительные комментарии, ставьте большой палец вверх. В описании будут также ссылочки на наши социальные сети, ВК, Инстаграм, все дела. Обязательно туда подписывайтесь. Ну а на этом у нас все. Всем удачи, ребят, и пока-пока! Пока, друзьяшки! Пока, чуваки!